Всем привет! Это Влад, можно просто Олбай. Кстати, как вам мой второй клип под названием The Олбай «Начало лета»? Я под него очень сильно старался, чтобы вам сделать его. Думаю, получился достаточно хорошо. Сейчас я вам готовлю третий клип уже, тоже на такую же тему. Лето, да, отдых. Это будет уже немного в другом месте. Где будет, я вам пока не скажу. Это останется секретом. И через, можно сказать, 20 часов я отправляюсь в очень интересное местечко на букву К, где мистер Бин, если вы знаете, снимался в фильме. Большинство из вас это знает, потому что этот фильм такой известный, когда он брал свою тоже камеру и снимал. Что-то соответствует, да. И там я сниму, пока не решил, но я думаю, будет там один влог и один клип, да. Я еду туда не отдыхать, снимать видео. Кстати, мой вам совет, запомните эту кепку, эти очки, эту футболку. Этот крестик. И недавно еще я сделал вопрос на стене ВКонтакте, чтобы вы поскорее увидели. И большинство из вас проголосовало про трансляцию, да. Трансляцию, как писал, я еще ни разу не делал. Вот где-то, да, может где-то в сентябре я ее попробую. Проведу где-то, после моего дня рождения. Да, думаю, она будет достаточно интересная. Но пока что я сейчас готовлю свой третий клип. Но он будет еще круче, чем этот второй. И хотел бы еще сказать. Все, что вы у меня видите, все клипы, видео, влоги, это все сам я обрабатываю. Без всяких там проектов и худельков некоторые делали проект. Ну, это, конечно, получается намного качественнее и лучше. Но это, соответственно, тоже... очень много времени занимает и очень много растрат, да. И пока что я решил делать сам свои клипы. Что смотрим все мои видео-влоги на моем сайте YouTube. Это есть у меня ссылка ВКонтакте, Твиттере. С вами сегодня был The Олбай. Всем до скорого. Йоу.